Здравствуйте. Здравствуйте. Еще чего? Когда это он не соглашался? Ну, все-таки ему придется. Ну и что? Он же нас любит. А что, разве твой жених не на все готов ради тебя? Не знаю. Так вот сначала узнай, а потом выходи замуж. Ай, извини, что отвлекаем. Папуль, мы по очень срочному делу. Открыть свой дом моделей. Рад за... Но пока он не может его открыть, мне... Почему ты ведешь себя так? Как? Заставляешь меня часами сидеть с твоими подругами, а потом идешь танцевать неизвестно с кем. Чем тебя не устраивают мои подруги? Да тем, что они пошлые дуры. Живут с одной целью — заполучить богатого мужа. Да плевать на них! Тебе что, понравился этот мужик? Нет. Мне нравишься только ты. Но ведь нельзя же всем остальным запретить интересоваться мной. Поехали, я спать хочу. Смотри, у меня руки дрожат. Ну, ты слишком впечатлительный. Поехали. Ты Влад? Да. Я Катя. Очень приятно. Времени нет. Так, ты у меня с завтрашнего дня. Кстати, на когда билет? Я бы только на 5 дней. Хочешь успеть на юг, поторопись билет. Попытайся. А я не проститутка. Я работаю по сопровождению. Посчитай. Правильно. Но это цена только за секс. Буду платить. За жалобы, на жену, тещу, экономический кризис. У меня нет жены и тещи. Мужику всегда есть на что жаловаться. Тебе лучше записать. Пиши. Жалобы 150. Ты никогда не испытываешь простого человеческого участия? На работе нет. Ты пиши дальше. Мелкие услуги. Такие как вытирание полотенцем на пляже, втирание крема в обгоревшую спину, комплименты по поводу твоей фигуры и сексуальных способностей. А если я чихну, то забудь здоров, Владик. Я тоже должен платить? Конечно. Запиши это в графу «вежливость». Ну ты сумасшедшая? Нормальная. Бесплатные нежности будешь получать от своей законной жены. А меня ты арендуешь. Ясно? Ясно. Меня от тебя уже тошнит. Прости, что потратила на меня свое драгоценное время. Прощай. Но ты мне не нравишься. Тогда исключи секс. Кстати, для меня без секса даже лучше. Сопровождаешь? Двое. Вот такая. Пока. По-моему, это то, что надо. Пап, тебе нравится? Очень. Какая же ты у меня красивая, Юлька. Ты тварь, понимаешь? Подожди. Спокойно. Я считаю, ты должен объяснить ему, что ты не только не сделаешь его совладельцем своей фирмы, а... Прошу тебя, поешь. Там еще жаркое и десерт. Угу. Пока. Даже на своей свадьбе. Я тоже волнуюсь. Да не волнуйся, все будет нормально. Привет. Привет. Спасибо. Поздравляю. Вон у того, что справа, 2 банка. А у того, что слева, огромная авиакомпания. А у его уродской жены картинная галерея в Цюрихе. А вот тот, что сзади, у него своя клиника, он будет лечить нас и наших детей.